Что ждет строительный бизнес Дагестана, обсудили на общем собрании гильдии строителей из КФО. В ассоциацию входят 565 строительных компаний. Многие сейчас без работы, почти все госконтракты заключаются с военно-строительным управлением, а региональные профильные организации остаются не у дел, отметил руководитель организации. Мы просим и хотим услышать от властных структур, конечно, увидеть перспективы развития нашей отрасли. Готовность новых территорий или в рамках закона о комплексах застройки территории увидеть, где будет строительство старых застроенных территорий, в каких районах, в каких городах будут новые дома строить и так далее. Гильдия строителей из КФО подписала соглашение с ДГТУ о подготовке кадров, необходимых сейчас в строительной сфере. Кроме того, состоялась церемония награждения некоторых членов гильдии. В их числе Нурмагомед Суракатов. Ему за многолетний вклад в отрасль и по случаю юбилея вручили орден за заслуги в строительстве.